Сегодня день красоты от компании Крост. Beauty Take Крост. Для жителей элитного, лучшего жилого комплекса Невский на севере Москвы. Сегодня замечательный праздник, День красоты и здоровья. Узнала я о нем из вывески в лифте. И сразу же решили вот прийти и прочувствовать это все на себе. Мне вот дали скидку на 50%. Обязательно к ним еще приду. Особенно, когда я с себя делаю такую красотку, прям так и хочется и во двор выйти, и не только. А еще и вкусными пряниками кормят. Это замечательно. Сегодня на Beauty Day Крост мы проводим для детей занятия по художественной гимнастике. И всем очень нравится, особенно девочкам понравилось занятие с ленточкой. Это самая, мне кажется, прекрасная часть именно в художественной гимнастике. Это как и визитная карточка художественной гимнастики, поэтому дети просто в восторге остались. Прическа, я буду просить маму, чтобы нанять, что мне вам будет красивую прическу. Я тебе похожа на принцессу. Мне понравилось маршмеллоу, у него очень необычный вкус. Мне кажется, там вряд ли много химикатов, но оно очень вкусное. А мне очень понравилось маршмеллоу. Оно очень вкусное. Мне больше всего понравился вкус облепихи и клубники. Очень вкусно. Очень сильно отличается, и там как бы не очень вкусно в магазинах. Оно больше похоже на резину, чем на этот. А тут очень вкусно. Особенно, когда приходит, например, там кто-то из спорта, чтобы можно было что-то сделать, а не просто погулять во дворе. Ну, это хорошо. Вот просто, допустим, в другом доме такого не было, и там было скучновато. Мне очень нравится мероприятие, потому что, ну, в Кросте всегда очень весело, и я советую приезжать сюда, даже если вы тут не хотите жить и так далее. Я вам советую приходить на все мероприятия, потому что всегда очень весело. Для детей особенно.